Приветствую, друзья! Сегодня вместе с вами будем готовить винегрет. Для начала свеклу и морковку заворачиваю в фольгу и отправляю в разогретую духовку запекаться. Запекаем до готовности. Очищенный картофель нарезаем маленькими кусочками. Наливаем воду. Добавляем соль. Ставим на огонь. Варим до готовности. Также маленькими кусочками нарезаем соленые огурцы, зеленый лук, морковку и свеклу. Существует множество рецептов приготовления винегрета, популярного салата из свеклы, картофеля и моркови. Как готовить винегрет в России узнали приблизительно в 18 веке, благодаря сближению с Европой. Русским людям быстро пришлось по вкусу салат винегрет. Рецепт которого первоначально был придуман, скорее всего, в рамках немецкой или скандинавской кухни. Thank you.
Мы подготовили все овощи, берем удобную посуду и все это соединяем. Солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Наш салат готов!
сегодня рецепт этого салата знает каждая хозяйка. Во многих местах за рубежом его даже называют русским салатом. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Включите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Желаю всем приятного аппетита! До новых встреч!